вся новая инфраструктура сделана в прямом смысле по чертежам тех, кто перемещается на колясках. Общественники изучили место и высказали пожелания. Пандус достаточной ширины, чтобы развернуться. Кабина для переодевания просторная настолько, что артисты на время торжественного открытия обустроили в ней гримерную. Шатер устроен и так, что в него можно заехать. А для желающих позагорать есть специальный лежак и подушка. В море отдыхающие отправляются на особой коляске. Очень здорово, как бы все доступно, все классно, то есть искупался, доволен. Говорю, хотелось бы, чтобы это, как сказали, первая ласточка, да, чтобы было больше таких мест, что были все доступные пляжи. Вот. Ну и спасибо огромное. Весь процесс проходит под контролем спасателей. Персонал «Кристалла» осваивается в работе с новым оборудованием. Мы вывезли сопровождающие рядом с ними. Мы следующее вывезли, того забираем. И один спасатель там находится. Все обучаемо. Привычно, конечно. В администрации города-курорта говорят об удачном опыте, который можно и нужно распространять по всему Анапскому побережью. Цель – сделать пляжи максимально доступными для маломобильных отдыхающих. Реализация программы «Доступная среда» – один из приоритетов в развитии городской инфраструктуры. Очень важно для нас, чтобы все отдыхающие, которые приезжают сюда, чтобы их отдых был достойным, чтобы они могли жить здесь полноценной жизнью и полностью реабилитироваться и поправлять свое здоровье. Вы теперь можете пользоваться. Самым ценным, что у нас есть, это наше Черное море. Этот санаторий принадлежит фонду социального страхования. Ежегодно здесь отдыхают и проходят реабилитацию порядка 5000 человек со всей России. Это поворот в оздоровительной индустрии Анапы. Человек с ограниченными физическими возможностями, ему нужно ехать туда, где у него наибольшая свобода, наибольшие возможности для отдыха, наиболее удобно ему. Поэтому это, конечно, позволит привлечь сюда значительное количество отдыхающих. Уже с момента открытия специально оборудованного места для купания здесь ожидают наплыва желающих окунуться со всего города. В планах развивать направление, докупать оборудование. Совершенствовать сервис поможет специальный журнал посещений, где можно будет оставить свои пожелания.